И вот такая картиночка у меня получилась. Делала я ее, рисовала, то есть с 24 ноября по 12 декабря. И так периодически я, можно было растянуть и на 2, на 3 месяца. Я периодически к ней присаживалась и красила, рисовала. Ребята, я очень люблю это занятие. Но единственное, у меня очень мало времени, а хочется много-много их сделать. В данный момент у меня было 4 набора. Вот один я нарисовала, буду еще 3 рисовать. Вот. Действительно, это такое увлекательное действие. Я, знаете, в детстве не нарисовалась, не раскрашивалась. У меня, когда ребятишки росли, я постоянно покупала раскраски и сама их красила. Детям это не очень интересно, а я же покупаю будто ребенку и сама сижу раскрашиваю. Вот, мне это очень-очень нравится. Краски остается много всегда. Сейчас сверху я еще покрою лаком, он тоже в комплекте есть. Все, и скажу Ильгизу, он повесит ее, я покажу, куда повесить, и он повесит ко всем моим картинкам. Вот такое здесь приложение еще плюсом идет, такая же картинка с номерами. Если где-то что-то непонятно, то можно посмотреть еще плюсом и здесь. Но я мало смотрю. Эту картинку раскрашивать не обязательно прямо линия в линию. Наоборот, даже лучше приветствуется мазками, мазками, мазками. И более естественно это получается. Если кому нравится заниматься вот такой интересной, увлекательной работы, пожалуйста, покупайте. Не так уж дорого это стоит набор. Наборы разные, размеры разные. И за 300 рублей купить можно, и за 1000, и за 1500 можно купить. Но в среднем я покупаю за 400-500 рублей. Для меня это приемлемый размер. И покупаю я летом в Алиэкспресс. Там вообще дешево получается. Мне хотелось снять этот весь процесс и в ускоренном темпе его прогнать. Мне даже было самой интересно, как это все получится. Я ни разу так не делала, ну, а многие прибегают к этому способу. Ну все, спасибо, что меня посмотрели, и до новых встреч!